Всем приветик! Хочу показать вам свое последнее приобретение для волос. Я решила попробовать органику, наконец-таки, устав от этих всех шампуней масс-маркета, которые убивают волосы, я решила попробовать вот такой твердый шампунь. Он выглядит как мыло. На запах я не ощущаю чего-то выраженного, но в составе есть базилик, рассол и очень много компонентов масел, глин, которые ухаживают за волосами и должны придавать объем. Я читала очень много отзывов, что девчонки очень довольны результатом и решила попробовать себе. Вот так выглядит мыло, шампунь, когда его намочила я. Очень простое в использовании. Достаточно намочить его в воде или на мокрые волосы. Вот я сейчас показываю, как от малейшего прикосновения воды получается легкая пена. Но когда я намыливаю интенсивнее волосы этим твердым шампунем, получается очень пышная взбитая пена, как от обычного шампуня. Вот даже не отличить. Хочу показать, какой блеск от этого шампуня твердого и какой объем. Ну, ни один шампунь из масс-маркета не давал мне такого результата. Волосы очень легкие, и они воздушные, вот как я люблю. Есть рассыпчатость, блеск и объем. Просто потрясающий результат. Я искренне поражена, что органика может давать такой эффект. Вот у меня был бессульфатный шампунь от White Mandarin. Ну, вообще, даже рядом не стоял. Качество волос стало другим. Не просто вид, а именно качество волос на ощупь, оно уже не такое, как от масс-маркетовских шампуней. Я в восторге. С этим твердым шампунем объем от корня и вообще по всей длине волосы очень пышные. И я заметила, если я буду пользоваться, наверное, бальзамом, будет утяжеление, будут жирниться быстрее, так как в нем есть ухаживающие компоненты, масла. И я не хочу перегружать волосы. В принципе, меня и так устраивает вот такой объем. Чистота такая, рассыпчатость волос классная.